Городской округ Химки – один из самых густонаселенных районов Подмосковья. Ежегодно количество жителей увеличивается. Во многих семьях есть личный автомобиль, а в некоторых даже по два. Телеведущий Артур Цветков, известный как Виджей Арчи, не исключение. В силу работы в течение дня передвигается на машине. И не понаслышке знает, как обстоят дела с парковками в Химках. Доступность парковок – одно из приоритетных направлений работы администрации городского округа. За последние 5 лет в Химках появилось более 21 500 парковочных мест. В 2023 году их число планируется увеличить на 16 тысяч. Да и в целом шоумен высоко оценивает транспортную доступность. Мне здесь все нравится. Добираться до Останкино 40 минут, а до родителей на Пушкинскую 40 минут. Это моя прямая, я дома. Несколько лет в Химках действует новая форма квитанции – единый платежный документ. Для жителей больших городов это удобно, он экономит время, и в него включены сразу все жилищно-коммунальные услуги. Телефон, добровольное страхование, взнос на капитальный ремонт, обслуживание домофона и прочее. В этом и состоит главная идея. Услуги оказывают разные организации, квитанция одна. Приходит одна бумажка, есть QR-код, тебе вообще даже ничего не надо думать, ты спокойно поднес, скачал, и нет никаких проблем. Это очень удобно. Ремонт дорог, благоустройство дворов, парков и скверов, открытие новых школ и детских садов, обновление медицинского оборудования в больницах города. С каждым годом городской округ становится все более комфортным для жизни. Виджей Арчи любит Химки всей душой и не хочет менять место жительства.